Нет. Мы стараемся держаться. Нет, мы честно будем ехать. Мы не читера? 400 километров будем ехать, честно. Ну-ну. Ого. Они быстро там. Все одно, как мавзолей. Я вчера эту песню пела. Откуда она? Прям так муравейник такой. Все что-то там собираются. Кто-то возмущается. Вещи. Давайте, принимайте. Даємо речі на хати. Така епічна музика уїжджати як раз. Богов. А еще леворочки туда. А мы так решили. Ну да. Я просто ночью сверчка поймал. А я сверчка насилую тут. Я ждала. Тебя так ждала. Ты был мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала. Как-то прохладно. Доброе утро, доброе. Ох. А из-за кого задержка? Ждала тебя, так ждала. Ты был мечтой моей хрустальною. Ну и что же тут? С самого утра конячки, коровки, утро доброе. Старорусское городище. Проект финансируется Евросоюзом. Прикинь. Старорусское городище. Сходи, вырви капусты, пожалуйста, на борщ. Вниз.
Только рви там, где дальше, там она раньше посажена. Да что ты принес? Блу-блу-блу. Там они там другой. Да-да. Да это и мало, принеси еще опять. Блу-блу-блу. Эти вчера вдвоем стоят с навигацией, стоят, тучат. Сквозь них вот так вот прошло стадо коров. Я там десятой дорогой их быстренько оббежала. Они стоят. Для поддержания духа немножко песочка. Что мы тут забыли, да? Зато в тенечке. Ты, главное, угнала бы меня. Угнала. Вот это красиво. Ага. Да. Вот это мы сюда ехали, да. Что-то мне это напоминает, что карма такая штука беспощадная. Вчера шланганули от песков. Да, пески. Да, пески, чё мы там не проехали. Поедем в объезд, как белые люди по асфальту. Причем добровольно, это же... Вот такая вот инициатива. Они лупанули нам по песку. Карма, ты такая беспощадная. В общем, друзья, сами вляпались в очередную авантюру. Причем хотели мы поехать по какой-то брусчатке мифической. Ее не оказалось, решили ехать по дороге. Но сейчас мы уходим с дороги. Едем вообще в другую сторону. Судя по треку, по карте. Выехали в какое-то село. Или остатки села, непонятно, которое даже на карте не обозначено. Даже нет этих дорог на картах. Дорога идет значительно правее. Хотя, может, мы сейчас на нее и выедем. Я уже умудрился навернуться разочек. Хотел вчера сделать себе шип, подкрутить, педаль подкрутить. Ну, что-то я завтыкал, и вот упал из-за этого сегодня. Ну, хорошо, что упал в песок, и это не так больно или еще что-то. В принципе, нормально. Тут еще и песок.
кстати. Они, думал, что не даже электричество, но висят антенны и стоят деревянные столбы. Значит, электричество так и есть. Жара, песок, отсутствие ветра, оводы. Что может быть лучше? Мы сейчас, знаешь, едем как поворот не туда. Какие-то семьи, которые там едят людей. И мы к ним в логово едем. Говорят, болото, да? Юра говорит, сухой. Конечно, я прям слышу, как чувакает. Вам не угодишь, да, Юр? Вы знали, куда вы едете? Не замочилась. Юля, ты сухая? Слегка влажная. Ведь я не боюсь никого, ничего. Фу. Чуть в рот не залетел овод. Видимо, ему нравится мое пение. И захотел посмотреть, что за гланды воспроизводят такой звук. Такие дубы. Дофига лет. Едем смотреть замок, ради которого и затеивался этот весь этот километраж. Такая, друзья, красота. Да ради такого стоило ехать вообще в Ровно.
я придумал план, как нагнать. Ты знаешь короткую дорогу? Да. Как правило, после этого начинается очень жесткий. Ну иди посмотри. Утром накатали 10-15 километров и укатались, ну, нормально так. Грунты с песком, толкали велосипеды. Я даже упал один раз. И в магазине долго решались, как быть. Ехать по треку, который нарисован через лес. Либо ехать по асфальту. По асфальту выходило чуть-чуть длиннее, чем по треку. Но сейчас лютая жара, поэтому решили, что 90 километров по асфальту это дофига. Ну, либо 80 километров по треку. Решили выбрать трек, так как дорога вроде бы хорошая, этот участок дороги. Потом-то точно будет какой-то трэш. Но группа приняла решение. Группа, в смысле, Серега и Юля. Потому что Юра, Женя и Наташа поехали раньше. Мы остались еще кушать, пить квас. А они решили ехать дальше. Тоже решили ехать по треку. Так что вроде бы пока придерживаемся плана. Очень много людей, наверное, половина, поехали в ровно сразу. Половина поехали в Хотын по маршруту, в то место, откуда мы стартовали в первый день. Так как мы дали утренний кругаль, накинули нехилое кольцо и потратили на это, ну, довольно-таки много времени, а вероятность того, что мы встретим на пути велосипедистов, очень близка к нулю. Потому что в это время многие уже где-то далеко-далеко. В то время как мы где-то близко-близко. Вернее, они ближе к финишу. Соответственно, мы дальше от финиша. И уже изрядно болит пятая точка. Так подтирает. Огромный плюс в этом всем — это крепкий-крепкий сон. 3 дня уже сплю как ребенок. Меня ничего не беспокоит. Потому что мы упарываемся так, что довольно-таки сильно. Также радует тот факт, что я себе все-таки выбрал зимний спальник. Потому что у девочек из нашей команды, из нашей компании, летние спальники, и они реально замерзают ночью. Так как тут возят вещи на машине, то каждый взял себе палатку. У нас получилось на 6 человек 5 палаток. И в основном все спят по одному человеку в палатке. То хочу вам сказать, что под зимним спальником спать комфортно. Я сплю в термобелье, ложусь прямо на надувной коврик, а спальником просто укрываюсь. И довольно-таки хорошо. Очень быстро согреваюсь. Когда переворачиваюсь, ну, понятное дело, что
под спальник попадает холодный воздух, но довольно-таки быстро согреваюсь. Да, по лесу по такой дороге ехать намного комфортнее, чем по трассе. Вот если бы такая дорога была до самого финиша, было бы очень круто. Но рассчитывать на это не приходится. Пока дорога сменилась с накатанной широкой на вот такую пролесную с песком, но проезжабельную. Посмотрим, что будет дальше. От ребят идет прям столб пыли. Думаю, что когда тут пролетала масса участников, пыли тут было вообще немерено. По треку осталось 76 километров. Это порядка 8 часов дороги, то есть часиков 10 будем в лагере. Не знаю, как насчет обеда, но будем. Но спать я буду очень крепко, если ничего болеть не будет. Надо их немножко отпустить вперед, чтобы можно было хотя бы дорогу разглядеть. Вот такая вот дорога пришла на смену пескам. Ребята уже уперли подальше от меня. Конечно, ветки, которые стучат по лицу, по шлему, не дают расслабиться. Ну хоть нет оводов или оводов. Ай, прямо в глаз. Очень часто меняется и покрытие, и пейзаж. Только что ехали по песку, потом по траве. Сейчас по песку с травой. Интересно. До финиша 70 километров. 10 минут отдохнули. Серега снял с себя клеща за это время. И теперь едем дальше. Следующая остановка через 10 километров. И возможно будет возле какого-то либо магазина, либо какой-то воды, водоема. Я слышал. Оу. Так давай ее сразу в эти и нальем. Генератор.
сюда. Все равно набери, она же. Хорошо. А это мы как раз разобрали. А что вы так пизмали? Это же ваши приехали давным-давно. Мы поехали еще в другое место посмотреть. Ага. Ну, как бы... Ой, спасибо. Немножко опоздали. Еще и вода. И у нас, ну и не только у тебя, и у нас же. Ну да. На, дождите. У меня руки грязные. Я отлил вот сюда. Пейте. Вот сюда. То... Дальше хлебнуть, я туда тоже воды налью. Вот что вода болонская делает, газированная с лимоном. Добавляет сил. Мало того, что женщина нам дала воду из колодца, так она еще дала воды из холодильника, газированной с лимоном. Ха. Очень круто. Добрые люди. Говорит, забирайте. Ну как мы ее заберем, если это некрасиво. Дали детишкам конфет, чтобы вообще не с пустыми руками. И теперь едем дальше. Она сказала, что человек 250 уже проехали, причем давно. А мы от них отстаем. Фух, еще 64 километра. Вроде бы и немного, но существенно. Решил съехать с асфальта на поле, тут вроде дорога получше. Сейчас вкручу до тенечка, вон туда, до конца поля, и подожду ребят. Кончилась грунтовка, вот такая вот брусчатка, но вот есть, явно это наши сделали, ну наши, я имею в виду участники марафона Полесье-Косич. Снова лошади. Так, надо ее как-то объехать, чтобы она не натянула цепь и не сбила. Лютая брусчатка. Эй, подружка верная, ты старушка древняя, встань, Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Фух, опасненько.
В общем, жара. И нет даже облачка на небе. Вырвались из песков и теперь едем к нормальной асфальтированной дороге. Ну как нормально, как показано на карте. На карте она нарисована чуть-чуть толще, чем вот эта дорога. И поэтому есть вероятность, что она, возможно, асфальтирована. Село как у верующих. На каждом столбе написано: слава Богу, шукай Господа. Интересно. Фу, 90% всех детей и взрослых здороваются. Приятно, в городе такого не увидишь. Только что заехали в населенный пункт Тучин, выпили там кваску, и теперь по дороге, про которую я говорил, что она должна быть асфальтирована, мы тулим в сторону нашего лагеря, в сторону Хотына. Оказывается, далеко не одни мы сократили таким образом дорогу, потому что мы зашли в кафе взять кваса, а тетенька говорит, что ваши уже были здесь, уже у нас и пообедали, и там выпили пиво. В общем, сделали выручку магазину, этому кафе. И самое интересное то, что на вопрос, давно ли это было, она усмехнулась и сказала, что, ну, некоторое время назад. То есть я понимаю, что люди уже в лагере, уже все хорошо у них. Ну, а нам предстоит еще тулить и тулить туда. Но с каждым оборотом педалей расстояние становится все меньше и меньше. И это не может не радовать. Еще километра 3-4 и уже будем на треке. То есть мы немного срезали, счетерили снова. Так что, в общем, проехали часть марафона с читерскими замашками. Что касаемо маршрута, возможно, из-за того, что мы сегодня очень много сократили и не увидели каких-либо интересных мест. Как Серега правильно заметил, он ни разу не доставал фотоаппарат, вернее телефон. Увидели только классные развалины замка и, в принципе, все. Очередная церковь, но уже кремового цвета, желтая даже. Здрасте. А эта церковь уже оливковая. И снова читерство. Решили по треку не ехать, а все-таки крутить по асфальту, потому что время близится к закату, а хотелось бы палатку собирать по-светлому. Трек интересный, скорее всего. Но жара спала, поэтому можно вкрутить и по дороге. Потому что по треку у нас
получается 30 километров. А если по дороге, то порядка 20. А 10 километров — это добрый час времени в наших реалиях. Поэтому катим 9 километров до ответвления дороги и съезжаем с главной на второстепенную. Свернули с трассы, и нас ожидают 3 километра вот такой вот дороги, вот такой вот брусчатки. А потом будет поворот. Если честно, неизвестно, что там. Возможно, продолжение этой самой брусчатки. Сразу вспоминается фраза: я выбью из себя все дерьмо. Вот это вот оно. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Звідки ви? От! На лугу пасутся кони с жеребенком. И вот только что был такой контраст. Выезжает телега с упряжки лошадей, а за ней с другой стороны Range Rover новенький. И тут вот дорога была только что отличная, а тут просто кромешные дыры. И вот снова отличная. Странно. Мой велосипед уже издает все звуки, которые только можно придумать. Вот какого-то стука до вот такой мелодии цепи. Но мы едем в Хотин, и это радует. Но, видимо, радость будет недолгой. Хотя все равно это лучше, чем брусчатка. Друзья, остается все меньше и меньше расстояние, и это радует просто. Помните, как в рекламе Red Bull на ДАЕ крыло? Так вот это и здесь. Когда понимаешь, что домой, ну, относительно в лагерь. Лагерь-то наш дом считается на этот период времени. И когда домой остается совсем немного, то уже ни магазины, ничего не интересно. Хочется крутить, крутить и как можно быстрее докрутить. Взять, набрать воды, да, немного обмыться, смыть с себя эту грязь, которая налипла уже таким толстым слоем. И, установив палатку, надуть коврик, расстелить спальники, быстренько, быстренько увалиться спать. Возможно, выпить большую чашку чая с конфетами и печеньем. И можно спать. Так, а чай еще сильнее, чтобы, если вдруг пробил, чтобы хотя бы проехать сколько-то. Обогнал велосипедист, но вряд ли он с марафона или едет после нас уже. Так как после нас
очень сложно ехать. Действительно, парень нас обогнал и свернул там на какую-то улицу. Ну а мы мчим. Уже две машины проехали, нам посигналили приветственно. Ну а мы летим, едва касаясь земли. Опять брусчатка. Ну тут она более цивильная. Ну мы можем заехать воды набрать сразу. Ты же знаешь, да, где этот родник? Слева от моста. А, там сразу около мостика. Да, но ну, на так пещеру вот. Мы не заедем. Окей, я понял. Ешь. Там я спускалась к ней, трижды пыталась спуститься. Понятно. С разных этих. Потому что там дорога херовая. Вот он, финишная прямая. Сейчас наберем воды и поедем в лагерь. Мы что, еще и не последние, что ли? Ну как, в смысле последние, да, ну. Они по треку идут. Где родник? Так где-то здесь был. Юль, где родник? Ой, подошел, подходит, вернее. К концу наш заезд. В роднике набрали воды, немного обмылись. И теперь можно ехать в лагерь. Шо? Прям видишь, выехали. Счастливо. Счастливо. Прям видишь, выехали. А где ворота? Куда въезжать? Это все смотрят. Это знаешь, уже такие. Ну все, приехали, разбегайтесь. А есть те, которые не доехали? Частично же. Все такие, не переживай. Через полчаса это пройдет, поверьте. А, еще. Еще кто-то едет. А, так кто наши? А, то ваши, да? Сейчас мы вернули в два. А, да? То есть мы поспали, да, по-хорошему? Нет, я вам объяснила. Заезжали на замок. Мы поехали в замок. Ну только на замок они заехали не на мост. А через вот Бобровку. Через Бобровку, через пески. То есть они были, в час дня они были уже готовы. Мы не потрасили. Здорово, Мартовенники! Где? Ты таки что? Молодец. Как хотел, да. Идемте еще все вместе класница перед плотатом, пока не сняли его. Вот такой вот у нас вид из нашего лагеря.
Угадайте, чья самая красивая палатка? Да вот же она, и возле нее больше всего барахла. Очень трогательно. Пусть Сержу тоже ладошки давай. Ну только он не понял, что ему дают ладошки. А, не сегодня. Решили устроить такой же там, значит. Три дня возили колу, а ты не хочешь? Прикалывайтесь, 300 километров провезла. Я ее купила в ровно. 300 километров тогда наливай, конечно. Ровно я ее купила. Ну да, да. Ну можно я с горла? Вот, можете дальше залить, да. Изысканный вкус. Как это, как коньяк, да, который настаивает, как вот вино. Горы, горы. Мой номер 245. На телогрейщик. Ходят кони над рекою. Вот и закончился наш марафон, и теперь дружной группой едем ровно на вокзал. 13:40 отправление, 4:50 утра прибытия. С баулом, конечно, ехать сложнее, чем без него. Решили выехать пораньше, чтобы посидеть в кафе, покушать, попить и зарядить гаджет. И снова всеми любимая брусчатка. Ее в этом походе более чем достаточно. Красивое маковое поле слева. Когда в Днепре у нас начинают цвести маки, ну где-то в области, и как только узнают фотографы и прочие любители фотосессий, где находятся эти маки, то буквально через короткий промежуток времени там уже от маков ничего не остается, просто их вытаптывают ради красивых фоточек. То тут еще маки есть, и их много. У нас же сразу в социальных сетях, если есть фоточка в маках, сразу уже куча вопросов, где находятся эти маки. Тоже что-то тарахтит. Привет. Конечно, после бескрайних просторов, где кроме велосипедистов никого нет, а иногда даже велосипедистов нет, въезжать в большой утренний город — это удовольствие сомнительное.
Стрічку. Ми зараз повісимо. Дякую. Але ж круто. Вітаю вас. Тебе є? В тебе є? Джулія! Джулія! Медалька! На що повісити? Самого організатора. А де Женька? А де Женька? Вона сказала, приїду. Вона сказала, що зараз приїде. Тоді нам ще одну медальку для Женьки. Скільки учасників взагалі було? Щось біля 400. Сурдом, чесно кажучи. Ну всі цілі, все нормально? Все прекрасно, все прекрасно. Я вчора такий просто десь перший добрався і розпакувався. Зараз все так Катя лежить навалена. Сьогодні вже зранку на 7 встав до півдалі і це просто нервно, я ще до чого не добрався. Знімаєш? Ми в захваті. Це бімба! Ми в захваті. Бімба буде. Готуйся, на слідуючий рік буде 600 душ. Та-да. Побачимо. Ну та ти бачиш тенденцію. Статистику ведеш? Ну як, що там її ввести? Воно все видно в цьому. На інфанталі, там нема що вести, там зразу видно, скільки платили. А там плюс ще доплатили ті, що на фініші поприблизно, то там можна дивитися байк-квартал плюс 25% поставити. Ну десь 400 душ було. І знову збори, розбори. Тридцять чоловік. Один поезд, один вагон. И сейчас будет тот же проводник такой, ну ё-моё! В ближайшее время никуда больше не поеду. Насколько это время ближайшее? Ну вот так, чтобы все. Залезать раны, то есть это самое. Когда? Залечить укусы от комаров. Когда? Когда спадет жара. До встречи осенью. Осенью. Пока. Погоди, погоди, погоди. Ты это. Билеты заходи. 31-е. Где ваши 31-е заканчиваются? Наоборот. 30-е. 30-е. Кто? У кого еще? Нету 30-х? Пошли 20-е. Возьмите. Сейчас. Подожди, подожди, там еще надо убирать. Что за кипиш? Что за дела? Ну, поехали уже. Днепропетровск. На выход из Шевченка. Ух. Та-д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 а. 38-й поїзд з Запоріжжя прибув на третю колію до другої платформи. Номерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу.
вихід пасажирів дивиться та зупинок громадського транспорту через столицю. Щасливо. Все, всем спасибо, было интересно. Это радо. Надеюсь, мы еще покатаемся. Конечно. Вы не проклянете. Не, все хорошо. Счастливо. Спишемся. Счастливо. Ой, даже ноги поднимаются. А это радует. Рад видеть тебя. Ну и что, теперь на электричку и новые приключения? Что, нет? Заквашено. Давай. Давай. Там мне что-то выпить и закусить. Зараза, думал, не уеду сейчас. Чего? Ну, вот почему-то выше было. То есть, с одной стороны, ее нет. Ну, и она ушла. Наверное, будет распилить. Родной Днепр. Родной Днепр, да, я тоже только подумал. Давай, удачи. Удачи, давайте. Удачи, давайте. И удачи на сдачу. Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай.